хорошие, с вами Селена Свои, и сегодня с огромным удовольствием я вам покажу все свои новые обновочки. Нормально это? Не масло масляное? Новые обновочки. С сайта Гипюр! На самом деле я заказывала все эти покупки, абсолютно все, в прямом эфире на своем Twitch-канале с девочками вместе. Они мне помогали делать определенные покупочки. Все пришло достаточно быстро, и все-все мне прекрасно подошло. Хочу скорее поделиться, потому что много интересного, классного, яркого, красочного. И в основном на сейчас, на летний такой вот сезон. И первое, с чего я хочу начать, с некоторых аксессуаров, потому что в основном на Гипюре я аксессуары не брала. Я сейчас, как видите, одела как раз-таки с Гипюра вот это новое платьечко, оно из льна, оно очень классное, под него можно не носить лиф, что мне очень нравится. Очень хорошо гладится, оно цельное, то есть не нужно вот эти вот пуговички не нужно застегивать. Сейчас я покажу в полный рост его. Рюшечка внизу такая, и вот оно синее, и мне кажется, что у моего пацана очень много у Денечки одежды синей, и мне все время хочется, ну, к нему как бы так, с синим, или мы в красном вместе. Но самое главное, аксессуар я хочу показать, который мне понравился, и в Гипюре я заказала себе, кстати, два, можно сказать, аксессуара. Первый — это на голову, почему я заплела сейчас хвостик, вы поймете. Кстати, очень круто пришло упаковано в отдельной коробочке. Вот, например, вот такой ободок в таком пакетике красивом. И чем он мне понравился, то есть его одеваешь, и вот такие вот красивые вещи свисают у тебя за ушками. То есть это не сережки, но выглядят они как сережки, сейчас вы увидите. Да? То есть образ уже некий ободок, ну его здесь видно не будет у меня, да, но зато видно вот такие вот как бы сережечки. Мне эта идея очень понравилась, честно говоря, и уши не будут отвисать от сережек таких, да. Даже если с распущенными волосами, волосы заколол, и как раз они не мешают, не закрывают сережки. Поэтому мне кажется, что сейчас как раз подходит к этому образу, вот и буду вместе с ними. А, еще один аксессуар, который заказала, это обложка на паспорт. Тоже в пакетике в отдельном пришло, в коробочке все отдельно запечатано пришло. Такая розовенькая, мне кажется, это что-то Victoria's Secret даже напоминает. Расцветочка. В общем, такая обложка красивая, яркая. Мне кажется, уже пора поменять мою обложку. Тут причем полностью заходит паспорт, да, а вот здесь вот... Вот так, вот такое решение интересное. Может быть, чтобы было проще как раз-таки его вытаскивать. Вот просто паспорт. Но мне кажется, что для девочки прям самое то. А сзади написано Гипюр. Итак, теперь посмотрите на мое одно из платьев, которое я приобрела в полный рост, как оно смотрится. И оно, кстати, будет классно смотреться под мои кроссовки новые, которые я вам скоро тоже покажу. И... Под мои кеды лакосты синие. Я как раз-таки, честно говоря, под кеды лакосты и брала именно синюю, вот такую вот простую, свободную, с кармашками. Свободную что? Свободное платье. Зацените. Дальше, что я вам спешу показать, это еще одно очередное платье. Таких платьев у меня уже просто море морское, как говорится, то есть очень много. Эти платья мне нравятся тем, что они легкие, что их все практически можно одевать без лифа, что я люблю. Они не жаркие, они прекрасно, очень красиво развиваются на ветру. Я уже в Гипюре взяла таких, я не знаю, три платья я взяла. Светлая, средняя, очень разной расцветкой, но все они вот с такими принтами, яркими, летними. Двое у меня прям с коротким рукавом, в горошек я брала платье, и одно голубое платье, там 3/4 рукав. В общем, я ими очень довольна, и прям под них я брала свои белые кроссовки и заказала вот еще очередное платье, по-моему, оно из новиночек. И тоже оно прям вот, ну, классное. Зацените, в общем, под белые кроссовки, как оно смотрится. Еще мне еще нравится такое дизайнерское решение, что оно как раз-таки вот здесь идет наискось. И реально, вот какой бы ветер ни дул, даже если он небольшой, даже, наверное, когда вы просто идете, ваша ножка красиво и сексуально выглядывает. То есть для этого не нужно делать специальных движений или искать ветер. Платье задумано так, что будет красиво смотреться в любом случае.
Единственное, что эти платья нужно немного сбрызгивать антистатиком. Я запаслась антистатиком и, в принципе, проблем не знаю. Следующий раз мы уже начали с платьев, мы и закончим платьем, потому что потом будут уже костюмчики и футболочки. Значит, это платье-туника. Но, конечно, вот это платье-туника, это все-таки только для пляжа, но оно так красиво смотрится, я просто обалдела, честно говоря, и голубой цвет, да, я себе выбрала. Длина невероятно классная, потому что она, в принципе, подходит и под шлепки, и если вы будете на каблуках, если вы будете на высокой платформе, то это еще будет грациознее, ноги длинные, в общем, шикарно. Мне понравилось, что здесь такая резиночка, что, в принципе, уже все продумано, просто вы здесь завязываете, да, и все красиво сидит, то есть не нужно там мудрить запах, вот, да, там смотреть, чтобы все красиво смотрелось. В общем, замечательная туника, прекрасный свет, просто разливается, льется, огромный клёш, который я очень люблю, ну, в общем, вы сейчас все сами увидите на видео, насколько оно красивая. Я буду его таскать этим летом везде. Сколько не заказывай футболки, их всегда мало, и я еще люблю футболки, какие-то базовые, а главное название. И мне очень понравилось, на Гипюре я увидела футболочку, и у нее название Girls can do anything. Это значит, что девочки могут делать все. Ну или могут сделать все. Я, в общем, по-своему, да, что девушки могут все. В общем-то, я вот так это все перевожу. И, честно говоря, для меня надписи на маечках очень важны, вдохновляют, я очень люблю. Тем более на Гипюре мне очень нравится, что футболочки у них очень хорошего качества. То есть они не плотные такие, что в них будет жарко. И в то же самое время они хорошего качества, то есть не такие какие-то легкие, которые порвутся через какое-то время. Они реально, ну вот, классные и тянутся. Причем это размер S, а идет он как-то, как будто универсально. То есть я чуть-чуть поправлюсь, супер замечательно будет сидеть. Мне кажется, и на L-ку отлично налезет. Ну, то есть вы понимаете, да, такой свободный немножечко такой. Не в обтяжечку, а свободный. И еще мне нравится, что здесь не нужно одевать лиф. Они непрозрачные, вот эти майки. Прям просто натяну, и это очень редко, потому что сейчас футболки белые особенно, которые я меряю, я просто одеваю, понимаю, что надо обязательно лиф. А летом я это не люблю. В общем, она под все. Базовый. Еще я заказала вот такой вот костюмчик, но главным образом я его заказывала из-за вот этих красных брюк. Они из такого материала, это лен, в них не жарко будет, они достаточно плотненькие, тоже непрозрачные, вот что мне нравится, и хорошо так смотрятся. В общем, дизайн, мирское решение, мне такое понравилось, то есть они не классические, не спортивные, ну просто под кроссовочки, под футболочку одел и не парься. И что здесь пояс резинка, я это тоже очень люблю. Футболка тоже хорошего качества сама по себе, но я на футболку не рассчитывала, ну разве что вот этот принт, если я уберу, потому что, ну, я бы без принта бы носила. Вот, и еще момент, мне кажется, что эти брюки, ну, они на XS, потому что мне они немножечко маловатые. Но я знаю, как выйти из этого решения, я, наверное, отпарю просто манжетики, то есть достаточно тугие здесь резиночки, мне в них не очень комфортно, и мне кажется, что, ну, и резинка вот здесь, да, мне кажется, что на XS оно идеально сядет, может быть, это маломерие. Так что имейте в виду, если будете заказывать такой костюмчик, если он вам понравится, как на мне сидит, то заказывайте лучше на размер больше.
Или имейте в виду, что резиночки будут туговатые. Я отдам в ателье, и они мне отпорят эту резинку. И, возможно, пояс еще чуть-чуть посвободнее. В целом, мне все равно нравятся очень эти брюки. И маечку я отпарю сама этот рисунок, и это будет... Потому что здесь он настроченный, кстати. Это очень легко его убрать. И у меня будет просто базовая футболочка хорошего качества. Та-дам! Следующий костюм, который мне безумно понравился по своему цвету, по своему составу, по качеству, отличный, отличный, легенький вот такой вот костюмчик. Ткань легкая, гладится очень хорошо, и что мне нравится, что не обязательно носить это все вот таким вот вместе костюмом. Я немного, когда вместе с костюмом, похожа на какую-то медсестру, или кто у нас в голубых костюмах ходит, напишите под видео. Но, честно говоря, это даже тоже ничего, знаете, ну, как бы медсестры ходят в белых там, да, костюмах. И когда ты белый костюм одеваешь, если немного ты похож на медсестру, в этом, в принципе, ничего нет плохого, а очень даже интересно. Но вот этот костюмчик тоже, мне кажется, что могли бы легко люди, которые работают в голубых костюмах, прекрасно его приобрести. Но мне понравилось, как сидят брюки. Опять же, я люблю, знаете, не классика, не спорт, на резиночке что-то такое. И плюс под эти брючки также можно любую футболочку одеть, и будет это замечательно. И опять же, под мои белые кроссовки этот костюм шикарно смотрится. Так что посмотрите, длина отличная, полностью довольна, с кармашками, легкий, прям прелегкий на лето. Дальше я заказала спортивный костюм, потому что увидела, что он моих любимых расцветок. И это необычный костюм. Первое, что мне понравилось, это его расцветка, черно-белый, красный. Я увидела необычный замочек вот здесь, мне понравилось. И еще здесь необычно, что он вообще он очень широкий, очень свободный. И у них необычная длина, то есть это не стандартная длина, они немножечко такие коротковатые, и в этом какой-то есть свой прикол. В общем, я довольна вот этим костюмом. Я буду его носить, возможно, даже возьму его с собой в поездку, потому что он такой не мнущийся практически, такой весь свободный и яркий при этом, то, что я люблю. И опять же подходит под мои новые белые кроссовки. Последнее, что я приобрела, это домашний костюм. Как вы знаете, может быть, кто-то еще не знает, я фанатею всяких домашних костюмов. Я себе еще купила один костюм черный и не устояла перед вот этим новым костюмом, который появился в Гипюр. Реально, он шикарный, темно-синий цвет, свободные брючки. Вот с такими манжетиками. То есть синий очень хорошо сочетается под бежевые манжетики вот эти. Идет с поясом, очень свободный, но на запах и просто завязывается пояс. Разные там есть сочетания, там есть, по-моему, даже черный с чем-то, но мне больше всего понравился именно синий такой цвет. И еще удивительно, что также на Гипюр я заказывала блузочку такую, она бежевого цвета, и она сюда идеально подходит, прям как будто от нее. Но вообще это костюмчик двойка. Но с моим бежевым топом как будто
тройка, так что можно и так носить. В общем, я покажу это вам все вместе, а вы зацените. Все, мои хорошие, я показала вам все покупки, сами судите. Понимаете, почему я так счастлива? Потому что столько всего классного, интересного и то, что мне подходит. Напишите в комментариях, что вам понравилось больше всего и что больше всего, на ваш взгляд, мне идет. Но также ставьте лайк этому видео, если вам понравилось. Обязательно подписывайтесь, кто первый раз. Все ссылочки на вещи я оставлю под видео. Заходите, заказывайте. Ну а я с вами прощаюсь, до следующего видео. Пока-пока!